Всем привет, меня зовут Игорь, и сегодня мы продолжаем знакомить вас с еще одной обновленной моделью самокатов на надувных колесах Rush от торговой марки Corsa. Главной особенностью этих самокатов является его универсальность и проходимость. За счет рамы и больших надувных колес на этом самокате можно ездить как по асфальту, так и по бездорожью. Модель представлена в 6 расцветках, как для девочек, так и для мальчиков. А теперь поговорим о его характеристиках. Рама самоката выполнена из металла трубчатой формы, шея усилена, благодаря чему самокат имеет очень прочную конструкцию и современный дизайн. На ней установлена специальная накладка из жесткого пластика с рельефом для большей устойчивости стопы. Крепится краями 4 болтами, ее полезная длина 34 см. Максимальная нагрузка на самокат 70 кг. Руль самоката имеет V-образную форму и регулируется как по высоте, так и по углу наклона. На нем установлены две накладки и ручка переднего тормоза. Грипсы выполнены из качественной резины. Ручной тормоз установлен на переднем колесе типа V-Brake. Торможение происходит за счет резиновых колодок, которые давят на обод. Такой вид тормозов является классическим и недорогим в обслуживании. Колеса самоката надувные и имеют диаметр 12 дюймов на металлических дисках со спицами. Втулки насыпные на шариковых подшипниках. Покрышки имеют глубокий узор и хорошее качество. На всех самокатах установлена металлическая подножка на пружине. Такой самокат отлично подойдет детям возрастом от 3 лет и ростом не менее 1 метра. Поставляются все самокаты в оригинальных картонных упаковках. Вес в коробке 8,05 кг, вес в собранном состоянии 7,25 кг. При распаковке вам необходимо будет установить оба колеса, вилку, ручной тормоз и руль с двумя накладками на него. А на сегодня у нас все. Более подробные характеристики вы можете найти на нашем сайте, ссылка будет в описании. С вами был я, Игорь. Выбирайте наши самокаты и катайтесь на них. Всем пока!